Простое, сытное и вкусное блюдо, которое разнообразит любое меню, можно подать самостоятельно или использовать в качестве гарнира. Приготовить гречку с грибами и овощами очень просто, рецепт простой и не займет много времени и сил, блюдо отлично подходит для постного стола, ну а для непостящихся можно разнообразить рецепт мясом, фаршем или любыми колбасными изделиями. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все ингредиенты. Для приготовления я использую казан, но вы можете взять любую посуду с толстым дном, налейте масло, разогрейте и выложите нарезанный перьями лук и нарезанную крупно морковь. Обжарьте овощи, периодически помешивая до мягкости. Добавьте нарезанные пластинами шампиньоны. Ставим лайк и подписываемся. Обжарьте все вместе до испарения жидкости. Добавьте нарезанный соломкой перец и нарезанный дольками помидор. Продолжайте обжаривать еще около 2-3 минут. Добавьте гречку, соль, специи и влейте необходимое количество воды. Накройте казан крышкой и на небольшом огне варите до готовности крупы. В среднем уходит 25-30 минут. Гречка с грибами и овощами готова. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Гречневая крупа, 2 стакана, вода, 4 стакана, растительное масло, 30 мл, перец сладкий, 1 штука, лук, 1 штука, морковь, 1 штука, помидор, 1 штука, грибы, 300 грамм, у меня шампиньоны, соль, по вкусу, специи, по вкусу, количество порций, 8-10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!